Я нейробиолог Джисанг Джонг. Я исследую людей и мир через призму мозга. Все человеческое существование сконцентрировано в этом маленьком мозге. Все, что люди ощущают и делают, создается и переживается в мозгу. Мозг — это вселенная человека. В мозге есть присущий человеку инстинкт, который нами движет. Он управляет нами в течение жизни и незаметно для нас становится все более могущественным. Сегодняшняя серия о той гигантской силе, которая движет людьми, то есть о нашем мозге. Нейросапиенс. Деньги. Можете ли вы представить современный мир без денег? Без денег мы не выжили бы в капиталистическом мире. Из-за денег люди смеются и плачут. Они имеют на нас огромное влияние. Что же такое деньги? На что способны люди ради денег? Я собираюсь сыграть в игру. Нечто вроде игры на деньги. Игроки были случайно отобраны на сайте. Мы все видим друг друга впервые. Правила очень простые. Вам дают $100, и вы должны распределить их между собой. Когда вам предлагают вашу долю, у вас есть два варианта. Если вы довольны своей долей, вы получаете предлагаемое количество. Но если вы считаете долю несоответствующей, вы можете отказаться. Когда вы отказываетесь, никто из вас не получает деньги. И я забираю $100 обратно. Вот так. Вы поняли ситуацию, да? Ну, начнем. Я даю вам $100. Вот, посчитайте, чтобы удостовериться, что там точно $100. Сто? Да, сто. Как вы разделите деньги? 50 на 50. Хорошо. Значит, 50 и 50 долларов. Вы принимаете предложение или нет? Я принимаю. Хорошо, понятно. Вы можете разделить деньги пополам между собой и уйти. Положите деньги в карман. Очень просто, да? 50 на 50. Пополам. Согласен. Принимаю. Принимаю. Тогда разделите деньги между собой. Когда у противоположной стороны есть право отказаться, люди делят деньги пополам. Это предсказуемый выбор. На этот раз я немного изменю правила. У противоположной стороны не будет права на отказ. Это вторая игра. В ней тоже будут $100. Но теперь нет права на отказ. Вы должны принять то, что предлагает другой человек. Так как вы разделите деньги на этот раз? Это будет последняя игра? Последняя. Последняя игра. Да. Он не может отказаться? Не может. Последняя. Да. Как поделите деньги? Ноль к ста. Ноль к ста. Да, могу понять. Значит, $100 и $0. Да-да. Да, я заберу все. Ясно. Вы поделите 0 к 100? Да. Хорошо, ладно. Я снова поделю пополам.
Правда? 50 на 50. Опять? Она заберет 100 долларов, а вы — ноль. Вот так. Ему все, а вам ничего, да? Игра окончена. Да. Почему вы так поступили? Так как игры больше не будет, я подумал, что забрать все будет самым разумным решением. Я понимаю, что он чувствует, но на его месте я бы разделил 50 на 50. Даже в этой ситуации пополам? 50 на 50. Да, мы эти деньги не заработали. Это же чистое везение. Поэтому я был бы счастлив поделиться удачей. Во-первых, у другого человека нет права отказаться. Поэтому, если бы я решила забрать все, я могла бы это сделать. Вот почему я выбрала 100 к нулю. Во-вторых, сказали, игр больше не будет. То есть нет опасности реванша. И я выбрала самое выгодное. Я сомневалась, что она это сделает. Так что я под впечатлением. Вы можете идти. До свидания. Автор игры Дэниел Кеннеман, который получил Нобелевскую премию по экономике, назвал игру «Диктатор». Когда у соперника нет права на отказ, в среднем люди выбирают для себя долю в 72%. Такой же результат был и в Сеуле. Сколько денег вы оставили бы себе? Всегда ли лучше иметь больше денег? Деньги, деньги, идите ко мне. Я люблю вас, люблю, люблю. Спасибо, что вы есть в моей жизни. Если у вас нет хотя бы доллара, вы ничего не сможете сделать в нашем мире. За 50 тысяч долларов я готов облизывать ноги. Думаю, я бы даже съела какашку. Любовь не купишь, но если денег нет, любовь долго не протянет. Деньги нужны. Даже добродетельному человеку нужны деньги для жизни. Это власть. Потому что в этом мире, в капиталистическом обществе... Когда у тебя есть деньги, у тебя есть все. Наверное. Причина, по которой мы любим деньги, находится в мозге. Когда мы получаем деньги, в нем активизируется прилежащее ядро, центр вознаграждения, и высвобождается гормон удовольствия, дофамин. Мозг дает награду, как если бы мы сделали нечто важное для выживания. А когда мы теряем деньги, задействуется амигдала, миндалевидное тело. Опасности или боли нет, но мозг передает сигнал страха. Наш мозг воспринимает деньги как пищу или секс. Он чувствителен к деньгам и отчаянно за них цепляется. Люди изобрели деньги, и мы ими околдованы. Насколько могущественны чары денег? Мы любим деньги, но правильно ли мы с ними обращаемся? Во время настольной игры со всемирно известным экономистом я хочу понять отношение человека к деньгам. Он изучает поведение человека, связанное с деньгами. Мозг — это нечто потрясающее. Он способен на многие удивительные вещи, но содержит в себе множество загадок. Думаю, есть два важных вопроса. Первый — предназначен ли наш мозг для того, чтобы иметь дело с деньгами? Ответ в целом — нет. Вопрос второй. Становимся ли мы лучше или хуже? И ответ — хуже. Не потому, что ухудшается мозг, а потому, что возрастает сложность обращения с деньгами. Как мы тратим деньги? Мы проведем эксперимент, чтобы найти ответ на этот вопрос. Я хочу, чтобы вы написали две последние цифры номера вашего полиса соцстрахования. Итак, теперь представьте этот номер в виде долларов. И вот у вас есть несколько продуктов. Заплатите ли вы сумму как число с вашего полиса за этот продукт? Да или нет? Напишите просто «Д» или «Н». Участники сначала решают, будут ли они приобретать продукты за цену из двух цифр их страхового полиса. Следующая часть — аукцион. Пожалуйста, запишите эти цифры для каждого из продуктов.
Интересно, что участники бессознательно выбирают цены, соответствующие определенному номеру. Участники с самым большим значением числа дают цену на 75% выше средней. Даже несмотря на то, что номер их полиса не имеет никакого отношения к цене на продукт. И следующий вопрос. Повлияет ли на цену число из вашего полиса? Как корабль к якорю, наш мозг довольно легко может быть связан с чем-то и испытывать влияние этого. Например, на цену влияют цифры, которые не имеют к ней никакого отношения. В поведенческой экономике это называется якорение. Этот эффект используется для сравнения чисел при указании исходной цены на распродажах. Как видите, люди принимают решения, основываясь не только на логике, иногда на них влияет нечто бессмысленное, заякоренное в мозгу. Наш мозг достаточно рационален для обращения с деньгами? Ответ — нет. Думаю, наша задача — выяснить, как нам разработать более эффективные инструменты для распоряжения деньгами. А почему люди не могут обращаться с деньгами правильно? Мозг современного человека не сильно отличается от мозга охотников-собирателей, живших 200 тысяч лет назад. Давным-давно людям приходилось охотиться везде, где была добыча. Но мясо сгнивало и пропадало. Поэтому им приходилось охотиться без устали. Мозг современного человека воспринимает деньги как мясо. Но то, что называется деньгами, не гниет и может храниться вечно. И потом деньги способны приносить еще больше денег. Но наш мозг невозможно удовлетворить, сколько бы денег у нас не было. Все потому, что наш мозг до сих пор помнит, что древние люди чувствовали, когда преследовали добычу. Наш мозг заставляет нас охотиться за деньгами и вести себя импульсивно ради сиюминутного удовольствия. Как машина без тормозов, мы гонимся за деньгами. И тех, кто идет впереди в этой гонке, мы называем богачами. Этот человек пишет о людях невероятных, баснословных богатств. Я беру интервью у двух богатых людей в неделю последние 14 лет. Так что я знаю их больше тысячи. Сколько денег нужно, чтобы называться супербогатым в Корее? Людей, которые могут снять со своего счета в банке миллион долларов в любое время, когда пожелают, мы и банкиры называем богатыми. Если же у вас есть 10 миллионов долларов, которые вы также легко можете обналичить, тогда вас классифицируют как супербогатого. Богатейшие из богатых, наверное, очень свободно обращаются со своими деньгами. Помимо владения домом или квартирой площадью более 300 квадратных метров, они могут позволить себе купить кухню или мебель стоимостью больше 100 тысяч долларов. Rolls-Royce стоит около 700 тысяч долларов. На еду уходит 150 долларов в день, в месяц это 14 тысяч долларов. В современном обществе обладание большими деньгами имеет больше плюсов, чем минусов. Но когда денег слишком много, иногда это может навредить. Он сказал, что заметил опасные признаки у нескольких богачей, которых интервьюировал. Многие смотрят на остальных свысока, если говорить об их речи и поступках, когда они распоряжаются. Кажется, что у них много проблем с пониманием идеи о взаимодействии с людьми на равных. Отношения всегда основываются на подчинении и превосходстве. И люди, которые на них работают, персонал богачей, говорят состоятельным людям только то, что те хотят слышать. Так уж повелось. Таким образом, круг общения такого человека сужается, из-за чего снижается его способность к сопереживанию.
Уменьшающийся уровень эмпатии влияет на логику их самооправдания. Они всегда считают, что правы, и их восприятие становится предвзятым. И когда появляются проблемы из-за такого авторитарного отношения, они, как правило, удивляются, что я делаю не так. Люди неумело обращаются с деньгами. А распоряжение большой суммы денег еще более проблематично. Возможно, поэтому люди часто поддаются искушению, когда получают много денег. Одна из стран, где много супербогачей, — это Америка. Я встречаюсь с экспертом, который считает, что количество денег, вам принадлежащих, влияет на ваше поведение. Как ты шел домой и увидел вот такой знак «Стоп». Я подождал, я стоял на перекрестке, и ехал большой черный Мерседес. Он проигнорировал знак остановки и чуть не сбил меня. Я подумал, знаете, это именно то, что мы изучаем в лаборатории. Богатство и привилегии располагают к нарушениям закона за счет других людей. Он наблюдал, следуют ли проезжающие машины знаком остановки на перекрестках. Кажется, простое наблюдение. Что же он обнаружил? И что вы записываете? Да, здесь знак остановки, то есть это правило, которому вы должны подчиняться. Вы едете первым, если нет пешехода. Так вот, я записывал случаи, когда шикарная машина частенько перерезала путь человеку, который собирался перейти на ту сторону. Он считает, что нашел взаимосвязь между ценой автомобиля и тем, насколько хорошо водитель следует правилам дорожного движения. Кто чаще едет по пешеходной зоне, когда там стоит пешеход? И мы обнаружили, что водители на недорогих машинах, у которых не так много денег, останавливались в 100% случаев. Останавливались. Водители роскошных машин ехали по пешеходной зоне более чем в 45% случаев. Господи! Результаты очевидны. Чем выше стоимость автомобиля, тем больше процент игнорирования знака «Стоп». Чем дороже машина, тем реже она выполняет правила. А если у вас есть богатство и привилегии, вы не играете по правилам. Ничего себе. И как мы можем интерпретировать результаты? Из-за чего возникает разница? Снова и снова наши исследования показывают, что люди с богатством и привилегиями менее склонны играть по правилам и чаще нарушают ограничения. Мы изучали блуждающий нерв. Это пучок нервов, который проходит по всему телу, иннервирует сердце и помогает вам как бы связываться с другими людьми и понимать их. Мы обнаружили, что если вы богаты, то у блуждающего нерва слабый отклик, когда вы слушаете других людей. Так что те части мозга, которые помогают нам сопереживать, отключены. Когда вы чувствуете себя могущественным или у вас есть богатство и привилегии, вы скорее настроены на то, как другие люди, ситуации могут удовлетворить ваши желания. Понимаете? И поэтому награды, личные награды, просто больше и кажутся вам более важными, что делает нас очень импульсивными. Так что если сложить все это, отсутствие эмпатии и возрастающая импульсивность в поиске награды, то вы попадаете в неприятности. Да, понимаю. Могу себе представить. Деньги — это плохо. Они действительно нужны в нашей жизни. Но если чем больше денег, тем меньше становится эмпатии, то это требует нашего внимания. А состоятельные люди по всему миру становятся все богаче и богаче. Перепады на имущественной пирамиде становятся все резче и резче. 0,9% взрослого населения Земли владеет 43% всего мирового имущества. С другой стороны, 56,6% владеют 1,8% мирового богатства. Это сразу показывает, насколько серьезно наше неравенство. Когда вы видите эти цифры своими глазами, вы можете посмотреть правде в глаза.
Меня зовут Джонни Миллер, я фотограф. Первый раз я купил дрон, потому что хотел исследовать вещи с других, новых ракурсов. Мне это было интересно. Я изучал антропологию в университете Кейптауна. Когда я приехал в Кейптаун, первое, что я увидел, насколько все разделено. Разные народы жили бок о бок, но они были разделены дорогами или инфраструктурой. И я хотел попробовать изучить, как выглядит неравенство с точки зрения дрона. Так появились пейзажи неравенства. И никто не знал, как в реальности выглядит неравенство на Земле, да? Когда вы видите это с дрона, все эти хижины рядом с особняками, невозможно не думать. Я тоже в этом участвую? Неужели я делаю что-то, что может это даже ухудшить? Ситуация не отличается и в Сеуле, где я живу. Я всегда хотел спросить экономистов, почему имущественное неравенство – серьезная социальная проблема? Когда спрашивают, почему неравенство – социальная проблема, есть несколько ответов, но если говорить экономически, когда неравенство становится слишком резким, это имеет негативное влияние на рост и процветание. Когда вы ходите на работу и вам платят зарплату, это трудовой доход. Кроме того, есть то, что называется доход от капитала. Вам платят проценты, когда вы кладете деньги в банк. И еще, если вы владеете акциями, то можете получать дивиденды. Когда цена на ваш дом выросла, и вы его продаете, это тоже доход. Скорость увеличения дохода от капитала, который вы получаете, не работая, может быть выше, чем трудовой доход. А богатые люди, возможно, получают еще больший доход от капитала.
Так что если доход от капитала выше, это может вызвать еще более сильное неравенство. Таковы реалии сегодняшнего мира. В странах с сильным имущественным неравенством растет уровень убийств, преступности, тюремных заключений, детской смертности, алкогольной и наркотической зависимости. Помимо негативного влияния на экономику, неравенство также оказывает отрицательный эффект на общество в целом и на здоровье индивидуумов. Я могу сказать, Гонконг — отличное место для жизни, если у вас есть деньги. Если они есть, это рай. Но для таких людей, как мы, это ад. Кроме меня, тут живет еще несколько семей. 6 семей. Я живу здесь с 2011 года, уже несколько лет. Ванная и кухня довольно большие. Они коммунальные. Здесь нет никакого порядка. Внутри всегда очень шумно и очень тесно. В общем, не самое приятное место для жизни. Но мы уже привыкли. Живем, а что нам остается? Это нормально, я считаю. Нормально, что в нашем обществе есть и богатые, и бедные люди. Мне просто не повезло. Все зависит от вашего отношения. Рай есть везде. Правильно? Если усердно работать, и если повезет, тогда вы окажетесь в раю. Но если не повезет, даже если вы живете в хорошем месте, вы будете считать, что это ад. Мне просто не повезло. Я надеюсь только на то, что я не заболею и останусь здоров. Неважно, когда я умру. Самое важное — не заболеть. И если я буду умирать, надеюсь, это произойдет очень быстро. Так что мои надежды очень простые. Если нет денег, вы сосредоточены на своей повседневной жизни. Просто каждый месяц этот кошмар. Дотянуть до последних $2, чтобы точно оплатить все счета по кредитной карте. Для меня, если нет денег, я даже не думаю принимать какое-то решение, которое относится к финансам. Когда обвалился рынок криптовалюты, цены упали почти до 1 к 10. После этого я пил 2 недели. Это раздражает, так же, как и плохое настроение, когда нет денег, как будто крыса, пытающаяся найти сыр до того, как пробьют часы, понимаете? Вот так. Что будет, если я куплю вот это? Заранее просчитываю по кредитке.
Все очень трудно из-за денег. Эти золотые поля расскажут нам об удивительных отношениях между деньгами и нашим мозгом. Когда урожай собран, фермеры получают свою зарплату за год. Но и до, и после урожая на мозг фермеров влияет их финансовое положение. Американские и британские экономисты провели эксперимент с участием около 400 фермеров. Они проверили познавательные способности фермеров до и после урожая. Сравнили мозговую активность перед урожаем, когда у фермеров не было денег, и после, когда деньги появились. После урожая, получив много денег, фермеры выбирали правильные ответы быстрее и лучше проходили логические и познавательные контрольные тесты. Результаты показали разницу в IQ фермеров примерно в 13 единиц. Такая же разница в познавательных способностях между алкоголиками и неалкоголиками. Почему такая разница? На наш мозг влияют деньги. Давайте узнаем, почему. Как и голод или сексуальный аппетит, мозг воспринимает деньги как нечто необходимое для выживания. Деньги пленяют мозг. И когда у нас мало денег, мы охотимся за ними, и мы становимся неспособны здраво мыслить. А если ситуация продолжается, мозг человека оказывается в еще большей опасности. Один ученый предупреждает о негативном влиянии нищеты на детский мозг. Этот профессор изучает развитие мозга в неимущих семьях в странах, признанных ООН самыми бедными. В частности, интерес представляли дети, растущие в очень-очень бедных странах, таких как Бангладеш. В среднем такие семьи жили на сумму, эквивалентную $1-2 долларам США в день. Вся семья из 5, 6 или 7 человек могла жить в одной комнате с одной кроватью. Сама комната могла быть меньше моего кабинета. Грунтовые дороги, очень сильное загрязнение воздуха, высокий уровень заболеваемости у детей, очень-очень много болезней. И мы провели исследование, прожили там несколько лет. Мы изучали различные аспекты развития мозга. И что вы там обнаружили? Мы обнаружили нечто очень необычное и в то же время очень печальное. К тому времени, когда детям исполнялось 3 года, их IQ был уже значительно ниже, чем предполагается в их возрасте. Представьте, что 100 — это средний IQ, а у этих детей он скорее приближался к 85. Но что важнее, мы обнаружили, что уже в возрасте 2 месяцев их мозговое вещество весит меньше. Такое уменьшение означает, по аналогии с компьютером, что мощность процессора ослабела, производительность мозга ухудшилась. В таком случае, как и можно было ожидать, и как мы выяснили, это приводит к ухудшению умственных способностей у детей. Да. В результате это влияет на следующее поколение, потому что дети воспитываются по-другому, и, в свою очередь, тоже растят своих детей иначе. Да, понятно. Влияние нищеты на детский мозг также встречается и в богатых странах. Исследование детей из малообеспеченных семей в Бостоне также выявило проблемы с развитием мозга. Обычно семьи, у которых не так много денег, не образованы и у них высокий уровень стресса. И мы наблюдаем за младенцами в 2, в 6, в 9 месяцев, в годик и в 2 года. То есть мы наблюдаем за ними в течение какого-то времени. Мы обнаружили, что чем больше стресса в семье, тем ниже активность мозга ребенка. Всего 2 месяца воздействия — это внушает тревогу. Верно? Потому что это означает, что высокий стресс, неблагоприятная среда уже влияют на мозг.
Неважно, в какой стране, дети могут расти в условиях ограниченных ресурсов, таких как доступ к хорошему питанию, и, кроме того, эта среда является стрессовой по определению. Выяснилось, что это повсеместно. Нам, как обществу, нужно взяться за это и решить, справедливо ли, что люди растут в ужасающей нищете. Ведь эти дети не преуспевают и не развиваются так, как другие. Я считаю это несправедливым и думаю, нужно снизить такое социальное неравенство. Бедность впечатывается в детский мозг. Как нейробиолог, я не могу не думать об имущественном неравенстве, только как об экономической проблеме. Меня приводит в ярость реальность, в которой из-за денег беднеют детские мозги. И эта ярость — сила, которая дает толчок выживанию людей, глубоко укорененный инстинкт, сохранившийся в нашем мозге с давних времен. Чтобы узнать о древнем человеческом инстинкте, я собираюсь кое с кем встретиться. Этот человек изучает вид, наиболее близкий человеку, и анализирует эмоции, которыми тот делится с нами. Вы автор известного эксперимента, который включал огурец, виноград и обезьяну. Это очень впечатляюще. Не могли бы вы о нем рассказать? Мы разработали очень простое задание. Обезьяна дает нам камень и получает кусок огурца. Первый кусок огурца съеден, значит, первый кусок хороший. Для них виноград в 10 раз вкуснее огурца. Другая обезьяна дает нам камень, то есть выполняет задание, и получает виноград. Та, которая слева видит это, снова дает камень и получает огурец во второй раз. Теперь смотрите на реакцию. Она очень всем этим расстроена. То, что справа, нужно дать нам камень и снова получить виноград. Левая обезьяна дает нам камень и опять получает огурец. И в следующий раз она отказывается. В итоге обезьяна слева просто сидит в углу и больше не сотрудничает с нами. Они очень расстраиваются, когда получают меньше. Та, которой давали виноград, не огорчена. То есть мы первыми продемонстрировали, что у этих обезьян есть то, что называется неприятие несправедливости. Думаю, чувство справедливости у людей не такое уж новое. Оно происходит от подобных эмоций. У многих контактных социальных животных вы встретите неприятие к несправедливости. Я думаю, это связано с социальным образом жизни и там, где есть сотрудничество и необходимость делиться. Если нет равенства, обязательно будет протест. Какой из этого можно сделать вывод? Вывод в следующем. Вы слышите от экономистов или политиков, что неравенство — часть капиталистической системы, просто часть того, как устроен мир. Но я думаю, у нас есть давняя традиция, гораздо древнее нашего вида на самом деле. Традиция ведет начало от приматов, других приматов, когда у них были распределяемые ресурсы, и они следили, чтобы доставалось всем поровну, особенно в кооперативном обществе. Когда говорят, что неравенство — часть системы, я говорю, нет, вероятно, мы эволюционировали не так. Мы делились, и это было частью системы. Помните, мы играли в игру с деньгами? Ноль к ста. Ноль к ста. Почти все участники разделили деньги пополам с другим игроком, у которого было право на отказ. Они учитывали других игроков. Но были и те, кто сделал необычные предложения. Эти деньги будут отданы Джонгу. Держите. Как вы разделите эти деньги?
Вы поделили на 90 и 10. 90 мне. 90 вам и 10 вам. Она разделила деньги на 90 и 10. Вы принимаете это предложение или отказываетесь? Примем ли мы или откажемся от предложения 90 к 10? Наши мозги по-разному реагируют в этой ситуации. Картина мозга может помочь нам предсказать, как поступит человек. Если рациональная часть мозга активна, он принимает предложение. Да, я согласен. Вы согласны? Согласен, да. Я согласна. Согласны? Точно? Да. Они сделали разумный выбор — получить хоть небольшую сумму денег. Она поделила деньги на 90 и 10. Вы принимаете предложение? Нет, не принимаю. Я отказываюсь. Не принимаете? Нет. Если активна островковая кора, человек не принимает предложение. Как при виде чего-то неприятного, он испытывает отвращение и отвергает, даже если это полный отказ от денег. Можно спросить, почему вы приняли такое решение? Мы оба знали о правилах, которые вы нам рассказали, поэтому я был шокирован таким предложением и решил его не принимать. Я думаю, так будет лучше. $10, по-моему, очень мало по сравнению с 90. Было бы $40, я бы согласилась. 60 на 40? Да, 60 на 40. Но может лучше было взять хотя бы $10? Может быть. Тогда почему вы отказались? Для начала, это были не мои деньги. Вы позавидовали? Скорее нет. Мне показалось это несправедливым. Тогда никто из вас не получит денег. Я заберу их обратно. Спасибо большое. Тогда вы возвращаете мне деньги. Никто из вас ничего не получит. Наш мозг приходит в ярость, когда с нами поступают несправедливо. Это потому, что мы потомки людей, которые сопротивлялись несправедливости ради выживания. Говорят, бедность передается по наследству. Если вы родились в бедной семье, вы всегда будете бедным. И наоборот, для богатой семьи. Против администрации налогов, которые они установили, чтобы направить больше денег 1% богачей в США. Богатые люди вынуждены тратить свои деньги, чтобы править миром. Бедные люди не обязательно ленивы. На самом деле они много работают. Бедняки работают на трех работах. Они работают очень много, но им не платят больше 8-15 долларов в час. Равное распределение ресурсов среди людей — это не то, что происходит сейчас в нашей стране. Я не знаю, когда это придет. Кто будет просто так отдавать то, что имеет? Нет смысла отдавать деньги другим людям. Это просто бессмысленно. Будь в нас заложено, что все должно быть поровну, тогда зачем так усердно трудиться? Дать им что-нибудь, чтобы они не жаловались слишком сильно, пока они не устроили революцию. Да, без сомнений, у нас ужасающее неравенство. Огромное неравенство по всему миру. Но оказывается, люди не знают, насколько плохо устроено общество. Когда мы проводили это исследование пару лет назад, 40% американцев думали, что им принадлежит 9% богатств. Но на самом деле им принадлежит всего 0,3%. Почти ничего. 0,3? Да. А 20% богачей? Если я правильно помню, у них 86% богатств. А у 40% — ноль. Так? И это ужасно.
И то ужасно. Плохие новости в том, что мы не понимаем мир, в котором мы живем. Хорошие новости, что когда мы задумываемся над вопросом, в каком мире мы хотим жить, то отвечаем, людям нужен более справедливый мир. Людей разделили на 5 групп, от богатых до нищих, и спросили о существующем имущественном неравенстве. Но реальность оказалась еще более несправедливой. Это значит, что люди не понимают всю серьезность этого. И когда их спрашивают, в каком обществе они хотели бы жить, они отвечают так. Люди не ждут идеального равенства в обществе, но они недовольны текущим несправедливым положением дел. Внушают ли эти результаты надежду? Ответ – да. И мы не видим большой разницы между республиканцами и демократами, богатыми и бедными, мужчинами и женщинами. Здесь у нас больше равенства, это значит, что наши представления о том, что такое справедливый мир, во многом схожи. Думаю, нужно прекратить политические баталии и заняться этим. Век капитализма, место, которое деньги занимают в нашем мозге, увеличивается, но наш мозг неадекватен и неловок в обращении с деньгами. Тем не менее, у нашего мозга есть инстинктивное отвращение к неравенству, порожденному капитализмом. У людей есть не только жадность к деньгам, но и стремление к тому, чтобы делиться справедливо. Мы стоим на перекрестке отчаяния и надежды. И самая большая надежда на человечество находится в наших головах. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.